Здорове серце потрібно нам завжди, то усе залежить від якості вашого життя. Що потрібно, аби ваше серце завжди було молодим та здоровим? Зараз дізнаємось від лікаря, який прийшов сьогодні до нашої студії. Це Ігор Фомічов, експерт незалежної лабораторії ще. Тож, рада вас бачити, пане Ігорю. З приводу серця, то зараз багато хто думає про те, щоб зберегти надовше його роботу. Ну, щоб воно працювало як годинник. Чітко, злагоджено, щоб це був такий механізм, на який неможливо вплинути нічим. Для того, щоб так було все ідеально, що потрібно будь-якій людині? Да, добрий день, Юлія, добрий день, уважаемые телезрители. На самом деле, действительно, вопрос мега актуальный, потому что и по данным ВОЗ, и по данным других статистических исследований, проблема сердца все-таки существует. Она занимает существенное место в нашей с вами жизни, и по смертности, и по заболеваемости, и по всем показателям, конечно, занимает одну из лидирующих позиций в мире. Поэтому, конечно, необходимо понимать, что... Ну, мы с вами все знаем, что нужно делать, когда происходят какие-то острые процессы. То есть об этом много говорится и по поводу инфарктов, инсультов. То есть мы приблизительно понимаем, что если есть боль за грудиной, если есть потеря координации, если есть нарушение речи, мы сразу должны обязательно обратиться за скорой медицинской помощью, и нам окажут квалифицированную поддержку. Но надо разобраться в том и сделать акценты на чем? На том, что необходимо сделать, чтобы не доводить до этих состояний. Звичайно. То есть на самом деле как бы профилактика – это те вещи, которые действительно человек должен понимать. И на самом деле тут есть много вопросов, о которых нужно сказать. И, безусловно, первое – это то, что мы едим и что мы пьем, да, и как мы себя ведем в нашей повседневной жизни. То есть это действительно то, что оказывает влияние на наше с вами здоровье и не в последнюю очередь оказывает влияние на состояние сердца и сосудов. То есть на данный момент медицина базируется на основаниях и на показаниях так называемой доказательной медицины. То есть есть какие-то большие исследования, и на основании этих больших исследований выводятся те рекомендации, которые мы потом с вами, как простые граждане, простые смертные, начинаем все скрупулезно, досконально исполнять. Одно из самых таких популярных и известных на данный момент исследований – это Фримингемское исследование. Его проводят в Соединенных Штатах. Оно длится уже больше 60 лет. Это исследование, которое меняет поколение, поколение, поколение. И там на данный момент вот все вот эти наши знания о том, что высокий уровень холестерина, высокий уровень глюкозы – это плохо. Это все оттуда. Это все мы благодарны Фримингемскому исследованию, которое уже годами выводит все эти показатели. То есть мы с вами должны понимать, что мы должны ограничивать себя в холестерине, мы должны ограничивать себя в глюкозе. То есть глюкоза, понятное дело, это сахар. А то фрукты? Фрукты, безусловно, теж да. Треба это как бы фрукты, это такая вот позиция, которая, в принципе, дает нам, с одной стороны, что-то полезное, потому что это грубые волокна, это... Клетковина. Обязательно, да. То есть то, что помогает нам переваривать пищу и сохраняет наш желудочно-кишечный тракт в состоянии здоровья. Но, с другой стороны, есть фрукты, которые содержат в себе много сахара, и об этом тоже нужно помнить. Я не призываю людей садиться, брать в руки лист бумаги, карандаш, и каждый день скрупулезно учитывать, сколько ты съел, сколько ты выпил. Да? Но мы должны понимать, что есть какие-то базовые вещи. Да? То есть если это сахар, мы должны понимать, что ВОЗ рекомендует не более 50 граммов сахара в день. Но мы говорим о том, что лучше снизить эту дозу еще вдвое. Ну, да? Взагалі, зараз люди ж відмовляються від цукру, и большинство людей, мабуть, так и роблять. Ну, совершенно верно. То есть в переводе на нормальный язык, это не более 5-6 ложек сахара в день вы должны употреблять. Конечно, мы должны помнить о том, что напитки, которые мы пьем, они тоже могут содержать сахар. И, безусловно, отказ от газированных сладких напитков, это тоже одно из действий, которое приведет к тому, что мы, опять же, будем вводить в организм меньше глюкозы, и меньше будем влиять на все эти процессы, которые там будут развиваться. А соли тоже нужно сказать отдельно, потому что соль – это то, что в конечном итоге вызывает нарушение минерального обмена и может вызывать развитие гипертонической болезни. То есть повышение давления, этим мы тоже можем… Это если мы пересолюем ежу, так? Совершенно верно, да. Но если она в нормальном состоянии, ну, солоні огірочки, так, чи там рыба под солона, это же, мабуть, краще відмовитись від таких продуктов. Ну, на самом деле, опять же, тут надо взвешенно подходить, потому что по соли там тоже есть определенные рекомендации. Это не более 5 граммов соли в сутки, то есть это одна чайная ложка. Ну, сложно сказать, сколько на самом деле это в реальном выражении в наших продуктах, но мы должны помнить о том, что
Мы можем солить пищу, но мы также еще употребляем в пищу различные консерванты, различные продукты, которые сохраняются длительно, они тоже могут в себе содержать и содержат соль, и это тоже нужно учитывать. Поэтому такие вот вещи, именно касательно рекомендаций со стороны питания, это то, что нужно пытаться соблюдать хотя бы каждый день. Обязательно физическая активность. То есть это то, чем мы страдаем, это человечество расплачивается своей вот этой неподвижностью. Мы дома сидим под телевизором, лежим на диване, мы перемещаемся между домом и офисом работы, опять же, в транспорте, то есть это опять низкий уровень активности. Мы должны помнить о том, что хотя бы 30 минут в день уделите элементарным физическим упражнениям. Не нужно устанавливать спортивные рекорды. Просто физическая гимнастика, размялись, и тогда у вас получится 150 минут в неделю, и этого будет достаточно для того, чтобы профилактировать сердечный суд. А ходити, так? От рекомендують, особливо лікарі-кардіологи говорять про те, що треба хоча б 7 тисяч кроків зробити за день. Але, мабуть, не всім вдається ось така норма. Ну, на самом деле, сейчас мы говорим о том, что мы все-таки больше уже углубляемся в какие-то гаджеты, в телефоны, и у каждого в телефоне можно поставить приложение, программу, которая вам просто будет считать эти шаги. На самом деле, вы можете задавать себе там любой абсолютно порог, который вы хотите достичь, да, но вы правильно говорите, что где-то 7-10 тысяч шагов в день – это достаточная норма для того, чтобы обеспечить себя, во-первых, минимальной физической активностью, и потом вы сохраняете свою сосудистую систему в тонусе, потому что наша сосудистая система устроена таким образом, что вены, к сожалению, в которых больше всего изначально происходит проблем, они не имеют собственной мышечной структуры, поэтому для того, чтобы немножко разогнать венозную кровь, мы должны переходить в вертикальное положение и давать нашим ногам какую-то двигательную трошки активность. Трошки походить, конечно, так. Конечно, да. Мышцы сокращаются, да. І, как бы... От якраз з приводу судин. Вегетосудинна дистонія, оце, мабуть, той біч, та проблема, яка хвилює багатьох людей, які живуть в місті, саме міських мешканців. Вона серйозна, от на ваш погляд, чи не треба звертати на неї уваги? Тому що її не часто діагностують. Я думаю, да, тому що, ну, якщо посмотреть на цю проблему, то це как бы предиктор, то есть то, на основании чего потом може розвитися таке грозне осложнення, як гіпертонічна болезнь. То есть, якщо вона буде не лечена, не компенсирована, а дистонія буває різна, то есть дистонія – це нарушення тонуса сосудів. Он может быть, как сосуд сжимается больше, чем положено, так и расслабляется больше, чем положено. То есть она может быть как по гипертоническому типу, то есть давление высокое, так и по гипотоническому типу. Но чем она отличается от гипертонической болезни? Тем, что она носит так называемый транзиторный характер. То есть она сейчас есть, но если мы уберем какие-то факторы риска, модифицируем свой образ жизни, свое питание, свою физическую активность, уйдем от стрессов, это тоже важно. Да. Мы помним о том, что наша жизнь современная – это ритм, который мы пытаемся постоянно где-то успеть, мы все равно так догнать. Или иначе, да, догнать, совершенно верно, повергаем себя в какой-то стресс. Поэтому это тоже фактор риска, который будет это все вызывать. Поэтому вегетососудистая дистония, если уже такой диагноз поставлен, такое заключение, нужно отнестись к нему более серьезно и попытаться как-то изменить свою жизнь для того, чтобы хотя бы нормализовать вот эти все вещи. Тиск, ось теж те, що ви сказали, може бути високим, може бути низьким, але все це теж проблема. І багато хто скаржиться на те, що тиск не врегульовується. Тобто людина приймає якийсь препарат усе своє життя, можливо так, але все одно залишаються ті проблеми, які її турбують. Тобто підскочив тиск або навпаки дуже низький і тримається деякий час. Що це може бути і чи це теж може впливати на стан людини? Ну, тут, понимаете, как сложно, конечно, говорить, не видя пациента, скажем так, но общие рекомендации могут быть какие. Если мы говорим о том, что давление не поддается коррекции, значит, это не значит, что мы не знаем, как это делать. Это значит, что просто пациент недообследован, и ему недоназначили какой-то препарат. Потому что на самом деле в отношении гипертонической болезни сейчас совершенно четко и ясно понятно, что монотерапия, так называемая, то есть одним препаратом, вы, как правило, ничего не добьетесь. Потому что гипертоническая болезнь – это удел прежде всего людей уже более серьезного возраста, пожилого. Да? И, соответственно, там нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы компенсировать эту ситуацию с разных сторон. Поэтому сейчас комплексная терапия, есть хорошие препараты, которые в себе соединяют, допустим, свойства трех различных веществ, да, не будем говорить каких, потому что это сложные названия, и на самом деле людям, может быть, и не нужно об этом знать. Но хорошо, что об этом знают врачи-кардиологи. То есть я всегда призываю, если что-то у вас не получается, если вы чувствуете, что вот где-то, скажем, тот препарат не дорабатывает, чувствую себя плохо, не стесняйтесь, идите к врачу, настаивайте, говорите ему о том, что на самом деле я вот понимаю, что не совсем меня правильно компенсировали. Поэтому этот препарат
Возможно, нужно назначить что-то другое. Угу. Это методом проб и ошибок. Да? Это же тоже такая ситуация, когда мы что-то пробуем, получается, не получается, меняем. Нет, комусь наконец, підходить, да, так, а комусь мы и не. Приходим к идеальной схеме, которая подходит данному конкретному человеку. С приводу диагностики. От ми з вами, наприклад, здорові люди. Може, нам не треба йти і перевірятися, наскільки можуть бути проблемними ці ситуації. А тоді ось раз щось там перенервувалися і з нами сталася біда. Чи рекомендуєте ви все ж робити оту діагностику, можливо, один раз на рік, от про це говорять усі абсолютно без виключення, але люди переважно йдуть до лікаря лише тоді, коли є вже проблема. Ну так, к сожалению, да, такой есть у нас подход. Пока нас жареный петух в какое-то место там не клюнет, то мы, конечно, ничего предпринимать не собираемся. Но на самом деле я рекомендую, ну опять же, это не для молодых людей, потому что молодость, она характерна некоторой бесшабашностью, да, то есть мы понимаем, что у нас еще впереди очень много времени, организм наш здоров, то есть он все компенсирует, да, он компенсирует до определенного момента. Но если уже вам перевалило за 40, то надо к своему здоровью, ну, скажем так, подходить более взвешенно. Поэтому я рекомендую один раз хотя бы в год посещайте врача-кардиолога, делайте электрокардиограмму. Угу. Возможно, по итогам электрокардиограммы вам нужно будет назначено будет мониторирование. То есть в течение суток будут снимать эти показатели для того, чтобы понять, как бы, что там происходит. Плюс нужно измерять давление. Это я не думаю, что сейчас большая проблема приобрести тонометр и контролировать свое давление самостоятельно в домашних условиях. И то, что касается лабораторной диагностики, мы рекомендуем комплексные профилактические программы. То есть измерьте уровень холестерина, измерьте уровень глюкозы, измерьте уровень гомоцистеина, измерьте уровень гемоглобина, сдайте общий анализ крови, потому что анемия – это тоже проблема, которая влечет за собой ухудшение состояния сердца и сосудов. Это уже абсолютно доказанный факт. Это больше работает для людей, у которых уже есть хроническая недостаточность. Но тем не менее, вот эти показатели базовые – один раз в год определяйте. Если будут какие-то отклонения, дальнейшая тактика уже будет в зависимости от того, что буде мы там обнаружим. Будет зрозуміло, конечно, так, да. И мы побачимо наши результаты. А взагалі конечно, хочется, наверное, чтобы мы справді керувалися тими рекомендаціями, про які ви сказали. Харчування, сон. Ми ще про сон з вами не сказали, але треба спати, так? Ну тут всім зрозуміло, мабуть, що сон повинен бути. Абсолютно і міцний точно, сон, да. Так? Поменше нервуватись, можливо, пити воду. І всі ми знаємо, скільки це треба, так? 50 мілілітрів на 1 кілограм вашої ваги. Так? Правильно я кажу? Ну, приблизно так, да. Ну, плюс-мінус, где-то так получается, где-то ви праві, да, що так оно і, в принципі, должно бути. Ну, обязательно должна бути вода, потому что мы же с вами состоим на почти 90% из воды, соответственно, мы должны ее постоянно в организм подбрасывать для того, чтобы там все работало правильно. Фізичні навантаження – це ще один такий момент, на який треба звертати увагу. Ходити більше, ну і, звичайно ж, перевіряти стан свого здоров'я. Тому дуже дякую вам, пане Ігоре, що прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться усім нам побажати міцного здоров'я і гарних вихідних. Зустрінемось вже у понеділок о 13:30. До побачення. До свидания.